Начался спортивный сезон у школьников, которые стартовали в новом учебном году 2024-2025 на стадионе Полесья с дачей нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь «Готов к труду и обороне». И тогда мы взяли несколько интервью, первый из которых с одним из лучших учителей Мозырского района, преподавателя средней школы номер 9 Сергея Павловича Гусака. Он пояснил нам, насколько важно развивать физическую культуру у подрастающего поколения. Очень важна. Во-первых, она детей стимулирует, готовит к здоровому образу жизни, и при этом они становятся более активными гражданами нашей страны. В прошлом году команда 9 школы одержала победу в круглогодичной спартакиаде, опередив своих извечных конкурентов из 16 школы. Но Новый год вполне возможно новые герои. Кстати, уже прошел первый вид школиада. Там тройка призеров командного зачета 16 школа, средняя школа номер 9 и 11. Победительницами 2 и 3 групп стали дружина Каменской средней школы, Бельской базовой школы. А в личном зачете лучшие Тимур Новики и Фросиня Качер, учащиеся 16 школы, располагающие очень сильным составом. Я в основном буду участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и буду стараться побеждать. Если брать легкую атлетику, то хорошая команда будет и у гимназии имени Янки Купалы, где есть юные, но уже титулованные любительницы, да что там, мастерицы бега. Каждый год я участвую в спортивных школьных соревнованиях. Мне это доставляет удовольствие, и я занимаю призовые места. От девчонок перейдем к мальчишкам, от легкой атлетики к футболу. Физкультура нужна мальчишкам и девчонкам, чтобы всегда были в форме. И, конечно, защищали честь родной школы. Что до школьной спартакиады, это уже 20 и 21 сентября следующий. Второй тур – шахматы, который примет гимназия имени Янки Купалы. Дальше больше нет сомнений. Школьный спорт Мозырского района ждет весьма насыщенный сезон 2024-2025.